Здорово, Муха! Здорово, Джин! Что это с тобой сегодня? Ну совсем компьютерные игры заигрался. У меня аж голова опухла. А с тобой что? А у меня компьютерная болезнь. Зипофобия называется. Интересно, говорят, это неизлечимо. Не заразно. Да. Ну не будем о печальном. Давай лучше поговорим об игрушках. А эта болезнь не помешает о них рассказывать? Помешает, конечно. Особенно, когда я буду говорить о следующей игрушке. Я начну прыгать, топать и орать. А называется она Circuit Breakers. Это достойное произведение является продолжением не слишком удачного Super Sonic Racers. Общего у этих игр очень немного, разве что жанр один. Итак, перед вами типичный аркадный автосимулятор. Идея микромашинок сама по себе не новая, но тем не менее до сих пор актуальная. В игре всего 8 автомобилей и 16 абсолютно разных трасс для одиночной игры и столько же для мультиплеера. Графика в игре почти полностью отвечает стандартам нашего времени. Текстуры подобраны просто отменные. Даже на телевизорах с невысоким разрешением игра отлично смотрится. О звуковом оформлении можно сказать только одно. Оно полностью соответствует духу игры. Музыка в стиле джангл и брейкбит заставит вас на крутых поворотах немножко подергаться. В целом, Circuit Breakers – убийственная игра с дыбоволосистой графикой. Муха, у тебя новая шапка? Да. Что, нравится? Конечно, дай потаскать. Не, я ее приобрел в торговом доме Time. Там же, где и я. Взял диск Warcraft 2000? Да. Итак, внимание, Warcraft 2000. Прошло еще 6 лет. Но мысль о захвате людей не покидала омраченные умы орков. За эти годы появилась третья высокотехнологическая раса. Раса пришельцев. Их интересовали ресурсы Земли. Инопланетяне снабжали обе враждующие стороны новым смертоносным оружием. Зная, что люди и орки сами уничтожат друг друга, их общий мнимый союзник ожидал своего часа. Игра сделана у нас в России. О чем свидетельствует разговор рыцарей на коне голосом Ельцина. Псевдо-трехмерный ландшафт, 1120 видимых воинов на экране, максимальное количество юнитов на одну расу 8000, новое оружие, ядерная бомба, спутник, противоядерное ПВО, новые возможности у магов, мощный АЛ, более 40 тысяч кадров анимации. Все это вас ждет в Warcraft 2000. Итак, вопрос тем, кто хочет его получить. На что похожа одна из самых крутейших машин в игре Circuit Breakers? Ну вот и все на сегодня. А нам пора лечиться от наших болезней. И мы пошли. Всем пока. Пока. Новая реальность.